Оазис в центре Люберец. Так называют свой двор жители одного из домов на улице Кирова. Садовод Светлана Гурова рассказала, как ей удалось создать цветущий палисадник в городских условиях. Светлана Гурова живет во втором корпусе дома 43 на улице Кирова с 2006 года. На протяжении 15 лет она следит за садом рядом с домом. Растения рассадили буквально по всей территории. На детской площадке, рядом с подъездом, вдоль парковочных мест. Мы приехали из Приморского края, из Владивостока. Муж у меня военный моряк. Увидела, что здесь огромное пространство, которое надо благоустроить. Ну и начала потихонечку всем заниматься. На придомовой территории больше 200 видов растений. Это цветы, кустарники, хвойные и даже плодовые деревья. В этом сезоне уже собрали урожай черешни. На очереди сливы, груши и яблоки. Это сорт желтой сливы. Уже вкусная. А вот слива у нас другого вида, красная. И, по-моему, уже начала спеть. Вот сорву вам, попробуйте. Спасибо. Можно еще? Да, она уже спела, очень сладкая. Урожая так много, что хватает на всех. Яблони и слива растут на детской площадке. Юным жильцам всегда есть чем полакомиться. Вообще у нас черешен 5. Одна черешня на детской площадке растет и 4 вокруг дома. Очень вкусные, очень много, едят все, и наверху даже птицам хватает. Урожай собирал весь дом, абсолютно. Кому захочется, идут мимо, сорвут, едят. Захочется под деревом постоять, поесть, тоже едят. За садом Светлана Гурова следит самостоятельно. Каждый день поливает, пропалывает, срезает лишние побеги. На инвентаре подкормку для растений складываются всем домом. Жильцы называют свой двор городским оазисом. Двор прекрасный, сами гляньте. Все цветет и пахнет. Нам очень нравится. Целое лето у нас тут красота. Цветы у нас начинают цвести уже весной, ранней весной. И до поздней осени у нас вот такая красота. Вот это вот прекрасный двор, это заслуга старшего по дому Светланы Васильевны. В основном она энтузиаст. Поэтому ей огромное спасибо. Наш двор, мы считаем, лучший двор в Люберцах. Светлана Гурова по праву старшая по дому. Она следит и за порядком во дворе, чтобы рядом с домом всегда было чисто. А садоводство для нее – любимое хобби, приносящее радость и Светлане, и окружающим. Анна Слайковская, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ.